Всем привет, друзья, с вами Realize. Сегодня мы поговорим про блокчейн-игру, которая выйдет в ближайшее время на платформе Vemix. Для тех, кто не знал, я еще раз повторяю, что до конца года разработчики кошелька Vemix хотят завести туда более 100 мобильных проектов. Но большинство из них, а именно 70-80%, будут казуальные. И как раз сегодня мы поговорим о таком проекте. Лично мне такие игры не нравятся, поскольку они максимально простые и неинтересные. Но тем не менее, возможно, кто-то хочет в нее поиграть и немножечко попытаться здесь заработать. Игра под названием Barbarian Mage – это очень быстрорастущая ролевая игра с системой слияния, которая позволяет любому игроку легко наслаждаться игрой. Благодаря точечному дизайну, подчеркивающему уникальные характеристики каждого персонажа, вы сможете вырастить собственного персонажа и отправиться в приключения, чтобы сражаться с различными монстрами и боссами. В игре будет доступно более 400 эксклюзивных предметов снаряжения для персонажей, и в будущих обновлениях будет добавлено еще больше. Игроки будут участвовать в различных игровых режимах, таких как PvP, Boss Raid и других. Проект будет доступен для игроков со всего мира уже в следующем месяце, а PvP режим основан на блокчейне, также будет обновлен на платформе Vemix. Лет 5 назад я играл в подобные игры на работе от нечего делать, что-то вроде кликера, когда ты просто объединяешь оружие, оно становится лучше, у тебя без остановки фармит мобов персонаж, ты его постоянно улучшаешь и в принципе никаким образом на исход боя ты не можешь повлиять, то есть у кого сильнее персонаж, тот и будет выигрывать. Соответственно, вы улучшаете своего персонажа, потом встречаетесь с таким же противником на арене, если его побеждаете, то выигрываете монетки, которые, скорее всего, вы будете обменивать на Торнадо, потому что это одни и те же разработчики, которые сделали Торнадо Galaxy. Отсюда делаем вывод, что монетка Торнадо вполне себе не свежая, у нее есть фиксированная цена примерно в районе 1 рубля. И как показывает практика, я поэкспериментировал в прошлых проектах, заработать на этом у вас ничего не получится. То есть в том же Galaxy Торнадо вы будете зарабатывать по 26-30 рублей в неделю, обычных рублей, то есть это очень мало. А если хотите зарабатывать больше, то надо вкладывать уже реальные деньги, чтобы подниматься в рейтинге. И скорее всего здесь будет то же самое, поскольку вы встречаетесь с противником, кто сильнее, тот и зарабатывает эти монеты. Имеем то, что имеем, я просто вам сообщаю данную информацию. Естественно, у себя на канале подобные проекты я снимать никогда не буду, потому что они слишком казуальные и максимально неинтересные. Если вам интересно, то я сообщу о дате выхода данного проекта. Такие короткие новости я обычно сообщал во вкладке сообщества у себя на YouTube канале, но скорее всего в апреле YouTube уже не будет нормально функционировать. Поэтому в описании я ставлю Яндекс.Дзен либо Telegram, где в текстовом формате смогу вам сообщать новости. Естественно, такой формат снятия видеороликов я уже себе позволить не смогу, но какую-то информацию буду вам выдавать в виде текста. На этом я буду заканчивать свой видеоролик, увидимся с вами в следующих, всем, друзья, удачи, всем пока!